пожаловать в Гран-туризм. Меня зовут Алексей, на канале Алексуф, и у нас продолжается прохождение, ну я не знаю, прохождение это или не прохождение, честно говоря, поездки в Гран-туризм, вот так вот скажем. Что ж, в прошлой серии мы проходили лицензии класса Б, которые мы, в общем-то, благополучно заполучили. У нас там, что там получалось-то вообще? Да, у нас, в общем-то, блин, у нас всего лишь два кубка золотых. Ну что ж, в общем-то, драть задницу и все на золото проходить, думаю, мы не будем. Хотя посмотрим, может быть, под настроение. Если будет, то погоняем. Так, сегодня что? В принципе, ну как лицензии, что там у нас? Ага, ну пока мы не будем брать лицензии класса А. А сегодня мы займемся что? Какие у нас сегодня планы? У нас сегодня планы такие. Сегодня мы должны выбрать машину. Сегодня у нас будет такой, можно сказать, подготовительный. Серия будет такая подготовительная. То есть мы, может быть, сегодня поучаствуем даже в соревновании. В эвентах. У нас есть эвенты. И я думаю, что мы будем либо в FF, либо в FR. Ну, либо в задних приводных, либо в передних приводных. Какие-то из них. Нам нужно решить, к какому из них готовиться, чтобы участвовать. Здесь можно посмотреть вообще. А, да, нужна машина, понятно. А, хотя можно посмотреть. Вот, информация у нас получается по данному заезду. В общем, за первое место нам 5000. Бонус чемпиона 10000. У нас здесь три трассы получается. Три трассы у нас. Это Deep Forest, Grand Valley и Special Stage Route 11. Ага, в общем, вот такие у нас заезды. Мы там еще не были, мы не знаем, что это за трассы. Ну, да ладно, в общем, будем все по порядку делать. В общем, единственное, что только это мы будем, значит, рассчитывать либо на передние приводные, либо на задние приводные. В общем, что-то из этого искать. Какую-то тачку из этого. И первым делом мы займемся сейчас, наверное, тем, что пойдем искать себе машину. Пойдем заниматься покупками. У нас здесь довольно-таки, ну, приличная. Что у нас здесь? А, понял, это то же самое. У нас довольно приличный, ну, выбор такой. Конечно, после последующих частей здесь довольно-таки не очень большой выбор. TVR есть. Слушай, есть что-нибудь? Здесь только новые машины. Ну, новые машины нам не по карману, поэтому в новых машинах смысла смотреть нету. Mitsubishi. Посмотрим, что у них Mitsubishi. Так, use, да, машина, значит, так, у нас 10 штук, нам, то есть, примерно где-то нам надо рассчитывать, ну, думаю, не больше девятки, чтобы у нас 1000 осталось, а 1000 мы будем, ну, тут дальше смотреть нет смысла, нам нужно смотреть по карману. Ну-ка, что это за, кстати, переднеприводная. Переднеприводная. '92 года. Те спецификации. Масса, в общем, всякая. Всякая дичь, которая ни хер. Ну, я понимаю, то, конечно, вот. Длина, ширина ее, высота. И так далее. Видимо, выходная мощь, что ли, output. Так, ну, в принципе, не знаю, я бы не сказал бы, что она. Так, блин, можно мне вернуться? Эй, ёлки-палки. Ну, кстати, есть специальные модели, но они там дорогие, они дорогущие, он. Не очень дорогущий, поэтому это
Так, Honda. Что у нас есть у Honda? Тут побольше выбор. Тоже переднеприводная. 1240. Потяжелее будет 157. Так. Honda Chevrolet. Посмотрим, что он... А, у них только новые машины. Нет, да. В общем, новые нам машины не по карману. Мы пока... Chrysler. Тоже только новые. Кстати, у Aston Martin тоже, по-моему, только новые. Да, тут у них только новые. Mazda. Здесь есть 390 года, 89-го. Ну-ка, вот это у нас Roadster. Ну, кстати, довольно легкая машина. Но у нее и мощь... А, она заднеприводная. Но у нее и мощь похуже. Ее мощь похуже. Там мы что смотрели? А, Mazda. Subaru посмотрим, наверное, последняя здесь есть, в принципе, юзанные у них. Ой, ну здесь, конечно, у них цены что-то буржуйские, буржуйские цены, не... Это нам пока не по карману. В общем, поэтому и остаются у нас, в общем-то, ниссанчики только. Кстати, у Ниссана довольно большой здесь выбор. GT, который у нас вот этот, Nissan GT. Блин, правда, он 9910 стоит. Чё-то... А, погоди, мы что-то за 7 смотрели. Правда, он заднеприводной. Мы, в принципе, можем его купить и поучаствовать в заднеприводных соревнованиях. Потому что у него мощь хорошая, у него 177 лошадиных сил. Так говорится, horsepower. Она, правда, тяжелая, конечно, машина. В общем, да, я думаю, что за вот этот вот такой engine тип? Да, в общем, не совсем понятно. Я думаю, что мы купим, наверное, Nissanчик. В 1989 году R32 Skyline воскресил спортивный образ, который был в упадке. GTC Тип M и GTC были установлены двухлитровыми, соответственно, шестицилиндровыми двигателями с двумя валами турбо RB20DET и NA версией RB20DET. В результате чего 215 PS на 27 кгм и 155 PS на 27 кгм. Я, честно говоря, не знаю, что это за параметры. Кто знает, можете в комментах ответить. Соответственно, также четырехдверная версия, названная GTC4 и 2,5-литровый GTC-M тип, были позже добавлены. R32 превосходный автомобиль с сочетанием послушной подвески и здоровым шестицилиндровым двигателем, не говоря уже о спортивном его мастерстве. Маневренность и стабильность параметры очень хорошие, в то время как его общий потенциал не может сравниться с GTR, его легкость и живость безусловно превосходят его. Поскольку он такой отзывчивый на каждый маневр водителя, это хорошая модель, чтобы научиться основам вождения. Я не знаю, честно, что это за параметр 215 PS на 27.0 кгм. Не понимаю, что такое PS и кгм. Что-то такое там секунды, видимо. Может, килограмм, метр или еще что-то. В общем, не знаю. Ну что ж, вот такой у нас Nissan. Будем, наверное, его брать, да? Я думаю, никто не против. Покупаем. Сколько он? 7... Ну, как раз он 7.860. Да, покупаем. Окей. Что ж, нас можно поздравить. У нас новая машина. Ну, не новая, но юзная машина. Но у нас, по крайней мере, есть машина.
Так, а где выйти? Домой, пожалуйста. Вот у нас дом. Кстати, где тут вот наш гараж. Теперь у нас здесь есть наша первая машина. Ниссан. Ну что ж, я предлагаю ее протестировать. Посмотрим, как она. Вообще, может, нам какое-нибудь барахло подарили. Ну, вернее, продали. Здесь есть такой, как... Тем можно мыть. Мыть ее... это дело платное. Но, кстати, вроде как... Я точно не уверен, но, по-моему, перед продажей, если моешь машину, она чуть-чуть там за какие-то вообще сотые буквально, она становится дороже. Но так, по сути, мойка, я не знаю, на что у нас там влияет. Так, тест 400, тест... Это максимальная скорость, да? Ну, протестируем ее сейчас на максималку. Так, что у нас здесь можно? Где мы здесь что-то можем? А, резина. Подожди, а можем? Не, мы пока ничего не... Менять пока ничего не можем. Что у нас вроде как нету никаких. А еще можем поднастроить здесь трансмиссию и тому подобное. Вот, на самом деле, из меня, конечно, настройщик такой себе будет. Я здесь, я в этом нихера вообще не понимаю. Но надо сказать, что придется. Рано или поздно настраивать придется. Я максимум, что настраивал, это развал и схождение. Ну что ж, покажи, Ниссан, на что ты способен. На самом деле, красный цвет мне даже больше нравится, чем там белый или какой там серебристый. В общем, примерно 210. А уже 217. 220.235. Ну что ж, у нас максимальная скорость 238 км в час. Вот такой у нас Ниссан. Тяжелый, кстати, тяжелый. У него там разгон тоже не такой уж быстрый. Ну, здесь еще есть вроде как возможность ее чуть-чуть тюнинговать, чем мы, в общем-то, потом и займемся. Вот. В общем, у нас вот такая вот машина получается, да? Ниссан. Так, идем домой сейчас, во-первых. Кстати, а где здесь, что-то я забыл, а где у нас здесь покупка деталей-то? Здесь что? А, да, здесь. Да, вот тут можно что-то апгрейдить. Тормоза, кстати, сколько у нас стоит? 13 штук. В общем, балансировка у нас стоит 13 штук.
Можем пока компьютер себе получше сделать. Всего-то до 185 немного, но выиграли. Ладно, погнали. В общем, что мы можем? Мы можем уже на самом деле-то участвовать в рейсе, но мы сейчас вначале прокатимся, посмотрим, во-первых, что у нас там было. Гранд Вали было у нас. Я не помню, какие у нас там были трассы там. Я знаю, что будет Grand Valley. Я уж не помню, кстати, на самом деле. Deep Forest у нас там есть или нету? Сейчас глянем. Так, у нас задняя приводная, да? А, Deep Forest, Grand Valley и... Grand Valley у нас... Восточный... и спидвей, но они в принципе отличаются там, то есть это почти одно и то же, только там одна больше, другая меньше. Ну, в общем, что у нас получается? За первое место у нас 5000, за шестое у нас 3000, ой, 300 всего лишь. Ну, я снимаю, что мы выиграем тут, конечно. То у нас сейчас тачка не тюнингованная нихера. Сейчас мы прогонимся на такой тестовый круг в Grand Valley. Вот такая у нас трасса. Поехали, прокатимся. Тестовый заезд. Хотя ладно, поехали на квалификацию. Я думаю, здесь просто прокатиться, здесь еще какая-то квалификация, блин. Ну, заодно оценим, за какое время мы можем... проехать. Трасса вроде не очень большая, это, по-моему, обрезанный Grand Valley. О, блин, как ее заносит-то. Так, к ней еще надо привыкать. Ой, да, ее жестко носит. Нам придется как-то, в общем, на ней пока зарабатывать. В общем, нам нужно будет заработать сейчас в первую очередь, чтобы ее тюнинговать, чтобы хоть привести ее в божеское состояние. В общем, самое дорогое у нас там получается, это мотор, да, там балансировка мотора. Минута 18. Ну да, они меня все обходят. Что ж, проедемся. Ну они меня сейчас сделают всем. Сейчас, блин, там этот поворот будет. Здесь лучше не разгоняться.
Да не толкайся ты, блин. Какого черта ты задолбал, блин? Я походил тоже Nissan, что ли? Какое у нас получается место-то там? Пятое. А, ну да, он у него, только у него четвертый. Тоже Nissan. Ну что ж, на самом деле я съездил, потому что... О, подожди, нам бабки дали? Неплохо. Неплохо, нам же за заезд здесь тоже дают только за деньги. За простые. Подожди, а можно мне теперь... А, здесь, кажется, тоже деньги дают, это уже прикольно. Тогда можно здесь позарабатывать. Так, ну ладно. Я на самом деле погонял здесь еще для того, чтобы просто чуть-чуть хотя бы привыкнуть к машине. Так, пойдем тогда, в общем-то, конечно, в ивенты. Поучаствуем. Начнем, по крайней мере, зарабатывать деньги хотя бы. Так, ничего нам здесь настраивать не нужно. Что вообще там у нас? Кто у нас участвует? А, Супра у нас участвует. А потом кто у нас здесь? Тойота. Ну, Nissan есть, вот он. Сильвия, который тоже у нас Nissan. Ладно, погнали. Ну, в общем, любой заезд у нас начинается с квалификации. Я, кстати, думал, что там просто погонять в том, а там, оказывается, тоже какая-то хрень. Ладно. Ну, будем знать, что можно еще и там позарабатывать. Может, заработаем, облегчим тачку, по крайней мере, сегодня. Ну, в принципе, если пятым придем, тоже неплохо. За последнего места нам как-то вообще печально 300 всего лишь будут давать. В общем, у нас два круга. Да почему мне на этом повороте так носит-то? Отвратительнейший поворот, слушай. Притом это не самый такой жесткий поворот. Ну все, короче, мы упустили наши позиции. В общем, да, карьера не сдалась что-то у нашего гонщика. Машина просто не слушается. Да, я безнадежно отстал от них. Ладно. Ну ладно, 300 тоже будет нормально. Заодно хоть потихоньку привыкнем к трассе. Thank you.
вообще вынесло. Так, ну что ж, здесь главное не расстраиваться, потому что, в принципе, то, что мы здесь пока что не выиграли, это еще ни о чем не говорит. Я не помню, а сколько там стоило уменьшение веса? Да, у нас один балл. Я же забыл, что здесь уже три, у нас три трассы здесь. Так, 1400, то есть за каждую трассу, если мы даже получим по 300, это будет 900, уже, в принципе, неплохо. Мы сейчас не ставим себе цель данный эвент выиграть. Мы сейчас себе ставим цель заработать денег. Так что у нас вторая трасса. Сейчас у нас опять квалификационный заезд. Посмотрим, я, может быть, буду квалификационные заезды вырезать. В принципе, здесь дело в том, что в квалификационных заездах здесь роли не сыграет. Даже если мы первое место получим там, все равно они меня сделают. Поэтому здесь особо биться за первое место смысла нет. Начинает вилять нахрен. Что ж, да, вообще, насчет, кстати, квалификационных заездов, они не особо нам важны, в принципе, потому что все равно, если даже нас сейчас поставят на первое место, наша машина не вытянет, ну, не удержит первые места, и мы все равно будем где-нибудь позади болтаться. Поэтому квалификационные заезды для нас так. Так, ну что, погнали. У нас, у нас Deep Forest, да. Трасса называется у нас Deep Forest. Давайте, ребята. Тихо. Thank you.
Да, и он, значит, конечно, знатно. Они вообще кого-то угнали. Да тихо ты, не виляйся, блин. Да, поэтому я говорю, здесь на самом деле, сейчас, по крайней мере, тихо. Сейчас гнаться за первым местом или хотя бы за тройкой даже смысла нету. В общем, смысл всех сейчас у нас будет ближайших поездок, это зарабатывание денег и покупка деталей, настройка машины. Вообще, что касательно Nissan, да, вот этого Skyline, я во всех частях, ну, первый, второй, третий и четвертый, всегда начинал со Skyline. Я не знаю, почему, это у меня такая практика, можно сказать. Значит, у нас последний круг сейчас, да, последний. У нас еще одна трасса впереди. Место у нас опять, и еще плюс 300. Сказ будет еще плюс 300, это будет 1700. Может быть, даже на что-нибудь там хватит. Поехали, следующий. По крайней мере, хоть зарабатывая таким образом деньги, можно будет подучить хоть раз. Опять тебя, блин, носит. О, нихера себе здесь поворот. Что-то я не ожидал, что здесь такой поворот. Вот это было неожиданно. Да, это у нас трасса с сюрпризами, блин. Давай. Господи, какие же здесь жесткие. А, да, это же, по-моему,
То же у нас Grand Valley, только полный круг, да? Да, мы здесь в прошлый раз наверху туда вот ехали, а теперь здесь ответвление. Ну, начинается, блин. Надеюсь, получится два таких поворота. Или даже три. Здесь три. Три жестких поворота. Так, ну что ж, у нас последний круг. Мы отстали безнадежно. Поэтому можно расслабиться. Да почему меня здесь начинает так выносить-то, блин? Я, кстати, не знаю. Я, наверное, не буду целиком оба круга спать. Я, наверное, буду вырезать. Потому что здесь будут заезды довольно долгие, чтобы особо так нужно не было. Я, может, как-то буду все-таки оставлять именно с точки зрения не целиковый заезд, а, может быть, какие-нибудь либо интересные моменты, либо... Может быть, какой-нибудь один круг. Я не знаю, надо подумать еще, как это делать все. Так, у нас сейчас будет поворот. Ну, 180 градусов почти что. И сейчас будет тоже подобный поворот. Все, финиш. Да, знаем, что мы на последнем месте. В общем, это последняя трасса была из трех трасс в этом самом в Эвенте. Мы тут, конечно же, ни черта ничего не выиграли. Вот. И, в общем-то... В общем-то, ничего страшного нету, у нас здесь всего лишь шестое место. Но зато у нас 1700 есть денег. Кстати, пойдем прогуляемся. Прогуляемся мы сейчас в магазин и посмотрим, что мы можем себе сделать. Во-первых, можем мы чуть-чуть ее облегчить. Сколько стоит модификация? А, 85 штук. Кстати, окей будет, если сделать модификацию. Racing car. Можно, кстати, может цвет менять. Ух ты, блин, слушай, красавица. Черная просто красавица. Так, ладно. Нам нужно что? Нам нужно посмотреть, сколько стоит... Ну, кстати, можно на первую стадию облегчить ее. 1200. Да, так и сделаем. Что ж, мы облегчили себе машину. Вторая стадия уже 5000. Дороговато. Но она уже чуть-чуть полегче стала. В общем-то, некоторые части были заменены на материалы. Вон здесь, значит, написано. То есть, ну, видимо... На более легкий, не из металла, что-то более легкое, что там, карбон или что там у них было, короче, вот. Ну и плюс еще всякие
другие детали. То есть мы немного облегчили. Сейчас, кстати, посмотрим, сколько у нас вес нашей машины теперь. Было 12,60, да? А сейчас у нас вес, ну, поменьше, 11,34. Вот, в общем, вот такой у нас. 69 заездов у нас уже было, только там 63, да? То есть у нас было 63 дня, а у нас сейчас 69, то есть еще плюс 6 дней. Ну, за 6 дней мы успели что сделать? Чуть-чуть ее апгрейдить. В общем, то, что мы там не победили в ивенте, это ничего страшного, к этому надо привыкать, потому что ивенты с первого раза, ну, по крайней мере, мне не одолеть. Может быть, какого-нибудь от бога игроку Gran Turismo это пофига, но не в моем случае, это не про меня. Я буду по такой тактике потихоньку двигаться. В общем-то, она такая, что будем гонять в ивентах, либо просто вот получать деньги и пока что прокачивать наш Skyline. Вот, прокачаем, когда его, он у нас будет готов полностью, и он будет получше управляем. На самом деле, у него не самое лучшее управление, конечно. Потому что он изначально не гоночный автомобиль. Мы должны, во-первых, его подготовить к гонке, к гоночному типу, да, то есть, ну, поэтому мы и пытаемся из него сделать хоть как-то похожее, вот. И тем самым, поэтому надо в него вкладываться, вот, будем. И потом уже, когда мы его прокачаем, уже будем побеждать в эвентах, скорее всего, и, ну, по крайней мере, должны и будем заполучать новые тачки. Там будет уже проще, потому что тачки можно будет продавать, покупать какие-то новые. Примерно вот такая штука. Вот. Я еще, кстати, ну, не знаю, как поступить все-таки с заездами. То есть их полностью оставлять или все-таки как-то обрезать. Наверное, попробую пока что как-то обрезать, чтобы не так уж долго все это было. Вот. Но тем не менее, у нас вот такой у нас первый день. В общем, нас можно поздравить с машиной и даже можно поздравить уже с заездами. Пускай не очень удачными, но все приходит с практикой. Плюс еще этой практики, то, что изучаешь трассы, запоминаешь, как-то лучше к ним подготавливаешься. Ну, что ж, в общем, это мы сегодня и приостановимся. И уже будем дальше двигаться в следующей части, так что, в общем-то, прощаюсь здесь с вами. До следующего видео.